Итак, у нас с вами посылка, которую я только вскрыла, еще даже ничего из нее не вынимала, на сумму 2204 рубля. И здесь был замечательный, очень классный бонус, который я вам потом покажу. Как я вам говорила уже, что эта посылка не моя, но мне разрешили ее вскрыть, чтобы показать вам и прокомментировать то, что приобрели. Итак, здесь у нас стикера дневной и ночной, стикер от головной боли и от насморка при простуде и гриппе. Моя сестра пользуется этими стикерами, ей очень нравится. Она говорит, что они очень эффективно, очень мягко снимают синдром кашля, очень хорошо успокаивают. То есть вот у нее была уже закупка этих стикеров, они себя оправдали, ей очень понравились, и она заказала себе еще. Далее, также пополняет она свою аптечку, приобретает две упаковочки масла, масла спрея, нашего масла зеленого спрея, что-то коробочки немножко, две коробочки себе и своей дочке она берет. Очень эффективное масло, но про зеленое масло можно рассказывать бесконечно. Это масло-спрей, оно очень удобно именно для обработки горла и полости рта, устраняет вирусы и бактерии. Очень хорошо при воспалительных процессах горла, кашле, снимает вот это, смягчает вот эту всю раздраженную слизистую горло, а также убивает все бактерии. Рекомендую. Вот видите, запасается человек. Они тут у меня простыли и себе закупили вот это. Что тут еще у нас? Далее у нас сироп успокоительный. Ну да, сироп успокоительный для профилактики расстройства нервной системы. Ну, я всегда считаю, что это правильно. Лучше, чем пить какие-то таблетки, применять на начальном этапе. Надо использовать вот такие средства, настойные на травах. Далее, лак для волос со змеиным жиром. Ну, сама обожаю этот лак и тоже постоянно его беру. Аж две бутылочки. Видимо, поймали какую-то акцию. Ну, люблю компанию нашу Ботель за то, что постоянно какие-то акции для своих консультантов, для своих партнеров проводит. То 1+1, да, 2 по цене одного, то какие-то большие скидки. Ну вот видите, два пузыречка лака. Лак, ну просто замечательный. Я уже про него тоже не один раз рассказывала. Он очень хорошо держит прическу, при этом волосы совершенно не склеивают. Далее у нас дроже для детей Виталис с йодом, что тоже очень актуально. Наш район вообще как бы славится тем, что у нас очень мало йода в воде, дефицит йода. Поэтому очень хорошие дроже для детей. Далее у нас с вами жидкое мыло клубничка. Ну, вот такие мыла я тоже покупаю очень, ну, постоянно беру. У меня, по-моему, мыло с вишенкой последнее. Чем оно мне нравится? Оно очень хорошо моет руки и при этом совершенно не сушит кожу. Рекомендую, пробуйте наши жидкие мыла, они стоят этого. А далее у нас, опять же, улучшение метаболизма, чайный напиток имбирный с чабрецом. Ну, этот чай не только для метаболизма, но я считаю, что и для поддержки иммунитета, потому что здесь имбирь есть, очень вкусный чай, правильный выбор. И далее средства для унитаза в Ботель. Такие средства я себе тоже покупаю, вот и сестра, глядя на меня, себе тоже заказала. Очень хорошее средство. Гигиенической, нет у него вот этого ужасного запаха хлорки, а качество уборки точно такое же. И что тут еще? Тут две, ой, какие симпатичные пилочки для ногтей. Смотрите, веселенькие просто даже, я бы так сказала. Ну и подарок за то, что посылка на сумму более 2000 рублей, та-дам, это наша крем-паста Ботель. Ребята, это шикарный подарок. Просто шикарнейший подарок. Я еще раз повторю, за что я люблю компанию Ботель. Это за ее качественный натуральный продукт.
а также за те акции и подарки, которые она очень часто делает для своих консультантов. Ну что, вот такой вот обзор продукции я вам провела. Надеюсь, была для вас информативна. Вы для себя подчеркнули что-то новое. Будьте здоровы, не болейте и до новых встреч. Ну, еще раз я вам показываю. Вот это вот все было приобретено на сумму 2200 рублей. И вот это шикарнейший подарок от компании. Наша волшебная крем-паста чистящая в подарок за то, что сумма покупки была на 2000 рублей. Шикарный подарок, отличная паста. Про эту пасту уже море-море отзывов. Вы можете увидеть и здесь на канале YouTube, и ВКонтакте, и в Инстаграм, и в Одноклассниках. Во всех чатах пишут только положительные отзывы об этой пасте. Спасибо компании Ботель.